Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я сделал фигурки новые из снаф пиццерия Фредди Фазбер, вторая часть. Это Фредди, это Олд Фредди. Он очень у меня такой получился. И он у меня очень такой вот, я даже не знаю, как сказать. Он очень красивый. Так, еще один Фредди. Вот. Этот Фредди, у него серая рука. И вот, у него серая рука, а другая коричневая. Вот вы спросите, почему у него тут 4 пальца, тут 5? Потому что на этой руке не коричневая рука. Потому что я это видел, что тут 5 пальцев. А на этой руке 4 пальца. Дальше пойдем. Это Олд Фокси. Я его сам слепил. Вот. Мама на телефоне. Вот. И все такое вот. У меня такой Фокс получился. Раньше я его никогда не лепил. Ну пойдем дальше. Так. Это марионетка. Но у меня такая получилась. Мне. Правда, ноги оранжевые. Почему спросите? Это потому что мне не хватило черного и белого пластилина. Так вот, это у меня очень красивая марионетка. И пойдем дальше. Это Олд Бонни. Я его сам слепил без картинки даже. Покажи вот. Сюда. Камера. Я его без картинки слепил, а Олд Фокс я скольки. А Олд Фокси я с картинки слепил. Uh-huh. Вы спросите, почему Фокси меньше, чем Бонни? Потому что у Бонни длинные уши. Дальше пойдем. Это Олд Чика. Она у меня получилась вот такая. Типа, она вот такая, типа, вот у нее ноги такие. Вот. И у нее вот тут вот проводки, и вот тут вот клюв. И последний аниматроник – это Мангл. Сегодня все. На сегодня все. Это Мангл. Я ее сам слепил без картинки, и она вот такая вот. Мангл. И она очень красивая, и очень потрясающая, и мне очень нравится. Все? Да. Все, до свидания, мои подписчики. Я, может, еще кого-то слеплю. Ну, я не знаю пока что кого. Я леплю уже спринтрап, только голову его слеплю. И фаст. Но я могу его сегодня залепить и могу опять вам показать. До свидания.